Дорогу на Степана Разина начали делать еще летом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сдать объект должны были к 1 сентября. Однако до сих пор не доделаны некоторые примыкания к тротуарам в частном секторе. Исполняющий обязанности главы города Сергей Салмин выразил недовольство не только подходом подрядчика, но и сотрудниками мэрии, которые отвечают за контроль дорожных работ. Почему не доделано? Почему? Причина какая? Если техника стоят, люди стоят с лопатой, да, и неделю ничего не делают. Почему? Я спрашиваю, что? Асфальта, бетона нет. Причина какая? А? Проблема с поставкой материалов. С поставкой материалов. Может быть, им помочь нужно, чтобы другие подрядчики им помогли, чтобы они потом внутри уже между собой рассчитались, потому что погода уходит. Что мы для этого сделали? Ну, я понимаю, что у них тяжелая ситуация. Вам нравится, что сделают все сами, что помощь не нужна. Многих жителей улицы Степана Разина волнуют не столько сроки, сколько качество работ. Они недовольны высокими уклонами тротуаров в местах съездов и выездов и боятся, что с наступлением заморозков им придется с них скатываться. Положено надо, не крутые такие. Частные дома в секторе, им трудно будет на машине проехать. И вода, снег вниз сюда будет стекать, конечно, промерзнет. И постоянные перепады, вот, например, сейчас я иду с одним глазом, а постоянно контролируешь, куда ногу наступаешь, возможно, даже сейчас можно упасть. Не говоря уже, когда я буду делать. Ну, в общем, пешеход, спуск не очень удобный. То есть там как кирпич такой, раз и все. То есть с коляской туда подняться невозможно, спуститься тоже. В целом же жители улицы ремонтом скорее довольны. Ведь раньше дорога была разбитой, и автомобилисты попадали в огромные ямы. А весной этого года инициативные горожане даже дали одной из них имя — Владимира Ильиных. Ремонт, тот, который здесь сделан, уже хорошо. Дорога, тротуар, это очень приятно. Конечно, нужно еще доделать много вещей, но тем не менее. Единственное, что по Оренбургу я совершенно не вижу пешеходных дорог. Вот здесь нужна пешеходная зебра. По информации городского управления строительства и дорожного хозяйства, ремонтные работы подрядчик должен закончить до конца недели. На аппаратном совещании Сергей Салмин выразил недовольство тем, что сотрудники управления общаются с подрядчиками в рамках официальной переписки. Они контролируют работы, встречаясь с дорожниками на объектах. Елена Кудаева, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.